Пришла весна, а это значит, что не за горами один из самых главных праздников – День Победы. 9 мая в Чебоксарах снова зазвучит вальс Победы. Белые рубашки, лента, вплетенные в косы, и юбки-клеш. На первый взгляд может показаться, что в победном танце кружатся не сегодняшние студенты, а их героические предки. К победному вальсу жители Чувашии начинают готовиться за несколько месяцев. Это акция международная. Было интересно к этому присоединиться. День Победы – такой праздник. Он с каждым годом от нас все дальше и дальше. Но наша обязанность, наш долг – помнить его, хранить память об этом подвиге. Это именно дань тем людям, которые все это совершили. То есть, ну, дань победившим. По-моему, очень прекрасно, когда мы не забываем эти военные песни и в честь праздника мы будем танцевать этот вальс. Ко всероссийской акции Чебоксары присоединились 2 года назад. Станцевать для ветеранов вальс Победы может любой. В студии ритм танцы мучат с нуля. И самое главное, абсолютно бесплатно.